Здравствуйте всем тем, кто меня лично знает. Дата и время на данный момент не имеет никакого значения. Обращение заключается в следующем. Начался декабрь. Очень быстро он подойдет к финалу. А как известно, там самый главный государственный праздник. Многие знают, что сам праздник для меня никакого значения не имеет. И отмечать я его как бы особо не люблю. Дело в другом. Давно я вас всех не видел, соскучился. Разбросал вас по стране, как ядерным взрывом. Фиг соберешь. Ну, чем я благодарен этому дню, Новому году? То, что вы все все-таки приедете в родные дома, не будет возможности встретиться, посидеть, пообщаться. А там уж у кого какое отношение к празднику, это личное дело каждого. В общем, рассматриваю любые предложения для того, чтобы встретиться, организоваться. Ну, отметьте, да, ладно, давайте отметим. Вот. Мои финансы, ваши предложения. Как написать мне и созвониться? Ну, вряд ли, наверное. Ну, как найти меня, думаю, многие знают. Так что жду ваших смс-сообщений. Всем пока. С вами был Дмитрий Исаев. До новых встреч.